Здравствуйте, в эфире программа «Из первых рук». Сегодня среда, и по традиции мы поговорим о том, что интересного приготовили корреспонденты газеты «Эврика» для своих читателей. У нас в гостях главный редактор медиагруппы «Эрика» Марина Васильева. Добрый день. Добрый день, приветствую всех читателей газеты «Эврика». Наверное, некоторые уже газету приобрели или видели первую страницу, где, конечно, как всегда, основные материалы вынесены, важные темы, на которые журналисты обратили внимание на этой неделе. Неделя была праздничная, посленовогодняя, и, конечно, темы за эти праздничные дни были самые разнообразные. Это были и происшествия, но и судебные процессы проходили на прошлой неделе. Так что, конечно, в газете много разнообразных материалов. И буквально со второй полосы мы видим, что это судебное разбирательство. Может быть, кто-то даже уже читал в социальных сетях и в информагентствах о том, что суд был очень шумный. И после заседания судебного, где был оглашен приговор, у многих не выдержали нервы. Даже до потасовки дело дошло. Вот начали громить. Да, кабинет. И зал суда, как очевидцы, журналисты говорят, что судья был в шоке от того, что впервые в нашем суде такое было, чтобы бегали по стульям, громили технику, и судебные приставы, наверное, не сразу даже среагировали вообще, как поступать с такими посетителями. Так что дальше, наверное, нам придется ждать каких-то мер соответствующих, да, когда будут более жестко пропускать в зал суда присутствующих. Но это уже будущее покажет. А вот что происходит, конечно, на каждом судебном заседании, это вызывает интерес не только у тех людей, которые там участвуют, как потерпевшие или свидетели, или тем более подсудимые, но и у общественности. Потому что действительно каждый год мы сталкиваемся с многими случаями мошенничества. И связано чаще всего это с тем, что люди обращаются к различного рода не только чиновникам, но и вроде бы приближенным к ним лицам, которые чтобы обещают сэкономить средства какие-то. Не знаю, что они экономят, потому что когда мошенницы дают 22 миллиона в расчете на получение каких-то квартир, то это очень крупные деньги. И, может быть, люди рассчитывают на будущее дивиденды, да, когда они там перепродадут это все или получат еще с квартирантов. Ну, кто знает, у кого какие планы. Но пока экономия сомнительная. А экономия вылилась в то, что деньги пропали. И то, что сейчас, когда эта женщина получила реальный срок заключения, вряд ли они эти деньги назад получат. То есть, и она сама на суде даже заявила, что будет им платить по 100 тенге. Ну, тоже своего рода насмешка над людьми. Так что, конечно, нужно быть внимательными, когда вам предлагают что-то подобное, чтобы потом не оказаться в суде в качестве потерпевших. О том, что наши медики достигли присутствия в книге рекордов Гиннесса, тоже, наверное, кто-то уже читал, но вот будет интересно посмотреть опять на эту фотографию, хотя в прошлом году летом было много критических на эту тему заявлений, комментариев, да, реакции, потому что это был очень жаркий день. Под открытым небом. Люди несколько часов провели под открытым небом. И насколько уж у них там показатели давления были хорошие или не очень, это медики. Вот по этим пунктам они в книгу рекордов не вошли. Может быть, надо было куда-то суммировать это давление или поделить его среднее, как говорится, средняя температура по больнице. И мы бы узнали, какое у нас в городе среднее давление, высокое или нормальное. Есть ли запрещенка? Вот такой вопрос возникает у тех, кто обычно что-то вывозит или привозит через границу, а теперь этот вопрос может возникнуть на почте. Хотя, наверное, люди, которые регулярно отправляют посылки, они сталкивались с тем, что нужно приносить посылки в открытом виде. Но наши законодатели сейчас это утвердили в качестве постановления правительственного, где заявляется о том, что в связи с опасностью перевоза каких-то запрещенных веществ, да, транспортировки их. Сейчас все не только посылки, но и письма нужно приносить открытые, чтобы работники почты убедились, что у вас там ничего нет. Корреспондент газеты посетила почтовое отделение и посмотрела, как это выглядит в реальности. Так что сегодня вы сможете вот с этим материалом ознакомиться. Война без адреса – это одна из печальных дат, которая будет отмечаться в нашем новом 2019 году. В 1979, 40 лет тому назад, весной было уже принято решение о том, что необходимо вводить войска в Афганистан. Советское правительство так решило. Но те солдаты, которые призывались весной 1979 года, конечно, они об этом не знали.
И что предстоит им, какая судьба их ждет, они узнали только спустя несколько месяцев и даже лет. Своими воспоминаниями делится один из участников этих событий, Серикали Турибеков. Он был призван в армию в ноябре 1978 года и оказался среди участников афганских военных событий. Материал довольно большой сегодня в газете, занимает 3 полосы, но очень интересный и содержательный, потому что из первых уст от президента страны мы узнаем ответы на самые актуальные вопросы. Пресс-конференция была показана накануне Нового года, но не все, возможно, ее видели, а те, кто видели, наверное, не помнят дословно все, что было сказано президентом и в отношении выборов, и отношении к общей валюте стран ЕАЭС, о том, как у нас будет развиваться промышленность, транспорт, зачем вводятся новые рейсы новой казахстанской авиакомпании «Лоукостера». То есть очень много важной информации и информации нужной для жителей нашей страны. В частности, там один из вопросов касался положения учителей. И тому, что у нас, конечно, в нашем обществе сейчас, к сожалению, положение учителей далеко не радостное. Связано это не только с зарплатой, которой они не могут похвастаться, но еще и с отношением в обществе. И то, что учитель – это существо, а не человек, беззащитное, безденежное, открыто заявила в своем письме учительница из Усть-Каменогорска. Я думаю, что наши учителя, ну, может быть, не все, но, наверное, основная часть этих учителей может поддержать ее мысли, ее тревоги. И нужно сказать, что отчаянное положение, о котором она пишет. И, возможно, что-то решит новый закон, который сейчас обсуждают о статусе учителя. А, возможно, что-то должно решить все-таки изменение отношения людей к этой профессии, к людям, которые все-таки всю свою жизнь отдают воспитанию, обучению наших детей. «Годы песням нипочем» в этом небольшом материале вы прочтете о том, какой у нас интересный появился коллектив. Это хор, в котором участвуют пенсионеры, ветераны, люди активные, с такой очень трепетным отношением к культуре, народной культуре. И им не просто хочется вместе собираться, они хотят еще и петь, вот, и, может быть, друг с другом чаще встречаться. Так что это такое интересное времяпровождение. Ну, а пока были выходные новогодние, корреспондент газеты «Эврика» Влад Кожухарь не терял времени даром, то есть он не на диване проводил эти выходные, он поехал в нашу южную столицу Алматы, а потом еще и в Ташкент, и посмотрел, как там отмечают Новый год, и неожиданно для себя открыл, что у них тоже много муниципальных и коммунальных проблем. И вот как они решают эти проблемы, и как отличается вообще жизнь в этих мегаполисах, а мы ведь тоже скоро намерены стать мегаполисом. Свои наблюдения он изложил вот в этом весело написанном материале. В частности, вот могу привести только тут несколько фраз о том, что стражи порядка в Ташкенте именуются по старинке милицией, и на улицах этих милиционеров немного, а дофига. Ну, то есть такая у него была естественная реакция на то, что через каждые 50 метров стоит милиционер, и, может быть, поэтому в Ташкенте нет никаких уличных хулиганств и грабежей. Справились они с этой проблемой. Ну, а тех, кого интересует история, конечно, сегодня ждет большой и содержательный материал наших археологов, научных сотрудников университета имени Жубанова, которые занимаются всерьез изучением прошлого Актюбинской области, то есть территории, на которой жили разные народы, может быть, была какая-то еще цивилизация много тысяч лет тому назад. Об этом всем тоже наши археологи сейчас находят документальные доказательства. А городу всего 150. Городу в этом году еще один юбилей, и связан он с тем, что 150 лет назад официально Актобе был назван городом Актюбинском. И все больше людей стало в нем поселяться. А те, кто живет в этом городе всю свою жизнь,
а может быть, основную часть своей жизни, конечно, накопили свои воспоминания о городе, о местах, где они учились, жили, встречались с друзьями. И сейчас, в преддверии 150-летнего юбилея, который будет в мае отмечаться, газета «Эврика» обращается ко всем актюбинцам. Приносите ваши фотографии, пишите воспоминания о людях, о тех, кто делал славу городу, кто развивал промышленность, кто строил здания новые. Материалы, я думаю, будет интересно читать всем. Ну, а таким образом мы вместе с вами будем писать летопись историческую Актобе. Так что сегодня в газете, как всегда, много и материалов о культуре, и материалов развлекательного характера. Вот хочу обратить ваше внимание, на последней странице есть варианты гаданий. Ну, это сейчас, конечно, более шуточное такое времяпровождение. Но в святки принято гадать, святки продолжаются до Старого Нового Года. И на этой неделе вы можете попробовать погадать не только на картах, но еще и на кофейной гуще. Можете посмотреть на тень, которую бросает зажженная бумага. Вот журналисты довольно весело описали, что они увидели и что предвещает год актюбинцам в 2019. А что касается опроса в социальных сетях, то вот самая верная актюбинская примета, которую отметили посетители наших страниц в Инстаграме и ВКонтакте, это послушать обещания чиновников, все будет нам. Наоборот. Ну, что поделать, вот такие критически настроенные читатели у нашей газеты. Читайте газету, будьте в курсе всех событий. Всего доброго, до свидания.